На странице в Instagram, посвященной гипотетическому роману известной украинской певицы и телеведущей Тины Король с певцом и ведущим Даном Баланом, появился новый пост. На этот раз фанаты, приписывающие артистам романтические отношения, усмотрели на фото якобы доказательства их романа. На снимке Тина Король, которая примеряет ювелирное украшение. Однако фанатов заинтриговала другая детать у певицы, то ли разбита, то ли прокушена нижняя губа. «Это Данчик с вами такое сделал, а Тина Григорьевна», — лукаво интересуются авторы сообщения. «Зайка наша любимая, счастливая, губки опухшие, там точно Дан наколдовал», — уверены поклонники творчества Тины Король. Вместе с тем есть и те, кто не считает, что рана на губе может о чем-то свидетельствовать. «Господи, у человека просто простуда», — возмущаются некоторые подписчики.